Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня будем играть за касаточку, будем прокачивать на 13 уровень. Ну и будем играть за новый скинчик, да, который доступен теперь в лабиринте вот таком вот прекрасном. Возможно, вы его сможете достать. И возможно, даже вам еще дадут персонажа к нему. Но это не точно. Да, именно так. В общем, погнали качать. Надеюсь, это получится у нас сегодня удачненько. Ну, в плане того, что буст будет хороший, и мы будем опять нагибать. Ну, в любом случае, там где-то 154 рейтинга, думаю, нам позволит в начале недели понагибать на касаточке, но это не точно. Ну что же, вот он, 13 уровень, 1300 почти хпшки нам накидываются. Это почти 9,5, что ли, тысяч хпшки сейчас у касаточки, да? Красивенько, мне нравится. Ладненько, возьмем еще бонус, наверное, копья. Хотя, ладно, давайте возьмем что-то побольше бонусов. Хотя бы до гранатки. Потому что здесь они стоят, ну как, сами видите, да? Когда у тебя 38 миллионов, то такие бонусы как бы... ну да, именно так. Тем более сейчас акции, как видите, разработчики заводятся очень часто. На всякие там легендарные сумки, черные ящики, легендарные ящики. Ну в общем, по КД их открываем почти что. И как бы это наводит на мысль на то, что ну монетки уже в большем количестве у нас получается. И прокачивать мы можем подальше. И не обращать внимания на вот такие вот низкие уровни. Да, блин, 14 уровень называю низким почти что. Офигеть. Дожился. Да, когда-то был 15 максимально. Ладно. Копье наше спартанское. Увеличим дальность. Я обещал, как говорится, сделать максимальной дальности, да? На бомбе мы только дальность... Максимальный раз я тут обещал, да? Ну, вот так вот сделаем, чтобы покомфортнее было. И дробовик я хотел тоже на дальность сделать. Давайте вот так вот добавим. Сделаем такой вот, знаете, ну, не совсем прям перекос в сторону дальности, да, и радиуса, но... Такой хороший баланс, да? Как бы, ну, на копье, сами понимаете, тут уже фука. В принципе. Ну, что же. Красотка запущена. Погнали. Хотя можно там бы было добрать атрибуты. Ну-ка, давайте глянем. А то как-то... А там эти атрибуты почти ничего не стоят. А чем мне посмотреть, на что красотка способна уже на 13 уровне на фулку, да? Ну, давайте доберем. Тут он два атрибута, в принципе. На дробовик, на гранатку. Они нам как раз пригодятся. Потому что на копье, как вы видели, там уже буквально парочка атрибутов. И все, как бы можно заканчивать с копьем. Поэтому дополнительные атрибуты на копье мы брать не будем. Уже никогда. Ну что же. Ну, вот видите, просто два атрибута и все как бы. И копье уже не надо дольше качать. Хотя атрибуты на него все равно будут падать, к сожалению. Ладно, на бомбу сейчас что-нибудь закинем. Я бы хотел... Перезарядку хотел закинуть. Хочу ДПСить пожестче. И здесь мы, наверное, добавим... Сколько дальности? О, 2%, нет смысла. Вот так вот добавим. И, в принципе, дробовик у нас будет шикарно. Опять же, дабл дробовик, как вы понимаете. Было бы прикольно, если бы трипл добавили. Хотя у нас есть уже трипл гранатка так-то. Да, трипл гранатка уже есть. Ладно, в общем, погнали в командный бой, конечно же, в них. Четвертый слот нас уже скоро ждет. Точнее, будет ждать. Откроем, посмотрим, оценим, так сказать. Касаточку 4 слота. Правда, предметов на нее нету легендарных. Но, возможно, нам что-нибудь на нее выпадет. Из этого прекрасного боевого пропуска. Из легендарных предметов. На что мне может понадобиться? Я думаю, бинт. Я думаю, бинт был бы шикарен. Ну, или что-нибудь. Ну, не бинт, возможно, бицуха все-таки. Ну, короче, я буду любому предмету рад. Но в идеале я хочу себе феромоны на енот. Дико хочу просто. Прям не знаю, что делать, очень хочу. Хочу феромоны на енота и все. И никто меня не остановит. Просто енот с феромонами это такая лютейшая имба, которая, ух. Ну, развал кабин, сами знаете. Так, ну что, надо бы догонять этих друзей наших, которые здесь бегают. На бобра повоим. О, копье золотое к нам пришло. Праздник к нам приходит, да? Праздник к нам пришел. Зебра мы тут понакалили. Кидаю гранатку наперед, чтобы он не, кстати, не сбежал. Ну, он все равно там убежал, в любом случае. Там ТП ему хватило. Такому вот красавцу. Ага, то есть ты... вот наивный зебра. Ну, смотрите, он еще и хилится, он там еще дамаг. Ну, опять же, вот они сейчас выступают, моя команда, да? В частности. Не все, конечно, но большинство. Как просто куски мяса, которые отхиливают этого гада. Которые отхиливают этих гадов, да? Ох, какая стенка. Спасибо вам большое за эту прекрасную стенку. Моя команда. Шедевральная команда. Ладно. А, моя команда, да. Три более-менее и один вон гений. Который умер. Ну, как говорится, гений. Он всегда умрет. А, нормальные игроки будут. Побеждать дальше. Отдайте! Отдайте! Вот же упыри. По-другому их не назовешь. Ну вот просто, знаете, как обидно. Вот же больные, а. Ладно, не важно. Мы, в принципе, наверное, сможем тут так победить. Я все-таки на касаточке. Я все-таки на касаточке, да. Так, бахом дабл дробовик. Ну просто у касатки дабл дробовик, я сейчас дальность максимум сделал, да?
Кстати, видели, пол хп зебры снес. Так, капканчик поставим. Ну ладно, баг все равно старается, фиг с ним. Не будем особо обижаться. Ну, осуждаю, осуждаю все равно. Осуждаю. Ну, камелёс тут стоит. Ну, так неплохо, знаете, залетает. Красивенько. Все-таки копье хорошее. Давайте, кстати, посмотрим дальность максимально, да? Это золотой дробь. Ну, слушайте, как у слона, реально. Реально, как у слона. Может, чуть похуже, правда, но... Как у слона, мне нравится. Гранатка заценит просто. Хороша, да? Конечно, кассетка не максимальная, но хороша граната. Ну и копье. Эх, смотрится, конечно, прекрасно. Но, как по мне, скорость надо у этого копья увеличить. По крайней мере, вылетание, да? Слишком оно долго вылетает с персонажа. То есть, касатку выкинула, проходит там он 3 секунды. Ну, объективно там секунда проходит, но неважно. Проходит, на мой взгляд, 3. Из-за этого такие вот неприятные ощущения. Плюс урон, он очень такой, знаете, ну, посредственный, если честно. Ну, хотя... Ну, короче, ладно, все равно не очень. Короче, разбежаться можно от такого удара. Хотя многие не реагируют по понятным причинам того, что оно смысла реагировать, когда здесь как бы нет в этом смысла, да? Ладно, мы победили. О, новички за меня играли, в принципе. Ладно. Ну, и бобер адекватный, в принципе, был вроде как. Ну, что, если победка, мне нравится пока что. Касаточка, конечно. Еще тот танк. Вот реально, ей бы хпшки, вот эту бесконечный бы щиточек. Две касаточки берешь команду и понеслась. И просто понеслась. Вот никто ж не пробьет. Ну вы видели, да, меня сквады пытаются пробить, а там просто такой реген этого щитка. К этому еще бы бинт. Вот, кстати, интересный был вопрос, если бы щиток бы перевешивал, бинт бы регенил при уроне или нет. Вот сложный момент, пока по тесту такой не получится, к сожалению, но хотелось бы. Я бы, возможно, бы затестил. Хотя можно тест в серии зайти старый. Вроде там еще доступен, но это не точно. Ладно, неважно. Ну, в общем, попробуем что-нибудь сейчас замутить, наша прекрасная касаточка, конечно. А ну-ка, касаточка, закидывай урончик. Хорошо. Так, ботов сейчас поубиваем. Набьем еще щитка. И, в принципе, можно будет отправиться. Драться. Он у нас гений на джейд. Ну ладно, он еще недалеко отбежал, поэтому не совсем гений, так сказать. Что-то противников не видно. Дробовика у нас тоже нету, к сожалению. А, ну, все-таки гений. Все-таки гений. Отдай, больной. Лучше больное животное, а. Ну вы посмотрите, ну каждый бой одно и то же. Причем эти гады еще ранее позже меня заходят и все равно лутают. Осуждаю. Ну как же кнопка бана, ну. Больные животные. Ну а трубка у него, понимаете? Я вот понимаю, это новичок, скорее всего. Ну с шансом 100%. Ну блин, так горит. Ну а что я должен играть с этими новичками, а? Вот вопрос. Вот что я должен с ними играть? Ай. Ну реально, ну когда уже баланс влезут, уже горит. Горит уже 3 года. И ничего с этим, к сожалению, не поделать. Потому что вот такие вот гении, которые не научили играть в зубы. Понимаете, их, ну не научишь их играть. Им по барабану. У них своя игра, у них свое удовольствие. Ой, надо как-то джейд сделать так, чтобы она умерла. Чтобы мы с нее залутали легендарный. Кстати, тут орел летает. Бедный орел. Его еще и лагает. Ой, бедный орел. О, там все время дробовик. Так, удобиваем орла и лутаем золотой дробовик. А джейд мы все равно потом накажем, как говорится. Не хочешь побеждать? Твой выбор. Да, именно так. Да, джейд, радуга. Радуга, будешь умирать под ней. К сожалению, у меня смайлика нет, чтобы тебе радугу показать. Ну да ладно. Так, ну что, против нас осталось два спада. Один неполный. Возможно, они уже дерутся между собой. Возможно, нет. Но мы сейчас будем их искать. Блин, у меня такая команда. Панда, Брюс, мой уровень, Зебр, 9 уровень, джейд. Ну, короче, сами все видите, да? Оптимизма маловато. Джейд, которая держится на дальней дистанции. Ну, понимаете, дальняя дистанция. Ну, персонаж дальней дистанции, да? Ну, это животные, а. Вот как же, как с ними играть просто? Ну, лучше бы были боты. Ну, а то, что боты были бы там уровня 12, 15, 13, о, ну да, 13, 12. Ну, они хотя бы играли нормально, понимаете? Они хотя бы там бегают вместе, кнопочки нажимают. Ну, короче, попадают, самое важное, да? А у меня тут что? У меня тут неадекваты, вон, за джейд, который легендарный дроп выбирает. Кстати, боты их тоже выбирают, но они как-то, ну, они его реализовывают, да. Они его реализовывают, они кнопки нажимают. Может мне их оставить, а? Как вы думаете? Убежать просто вот сюда вот сейчас, красивенько вот так вот. И пусть они там умирают. Вот, джейд умерла как раз. Давайте их оставим. Пусть они умирают. Я здесь просто пом...
опять же умер, отлично. Все, мешать сейчас не будем, пусть они там умирают. Я просто подожду. Так, Джейд, главное... Да, блин, ну ах ты, Зёбрас! Не вывели там Зёбрас с дефибриллятором, ну? Давайте по рому кенгуру отогнать. Он гений, его не отогнать. Может, он их тоже так поубивает? Иди отсюда. Просто знаете, как обидно вот... Когда... Кто-то ничего не делает для победы. О, они умерли все, наконец-то. Наконец-то. Они все умерли. Все, теперь давайте панду спасем. Если успею, конечно. Теперь панду спасем. А остальных можно забить спокойно будет. Слушайте, а их тут, оказывается, много, там еще сплацывает. Там, правда, не больные неадекваты с двух сторон душат меня. Ничего, я вас всех задушу больными неадекватами, не переживайте. Я смогу. Или не смогу тут. Ой-ой-ой, а что такая опасная дона? Вот, кстати, заметьте, дона душит только меня. Никого больше она не душит. Вот же... Так, надо сначала черепаха резать. Ой, ну, этого. Панду. К сожалению, легендарный дроп достался не нам. Сами понимаете, да? Вот посмотрите, насколько он бесполезен. Посмотрите на этого больного панду. Он просто умирает, при том, что я еще... Короче. Надо было просто брать и тащить бой и не больных этих даун. Ладно, не будем обсуждать это. Не спасать. Вообще, можно было просто играть командой и тащить бой. Но понимаете, вот когда с такими играешь, никакого нет желания им затащивать, ну, тащить бой. Видите, на что они способны? Они просто способны умирать. При том, что я еще ходил, как бы дрался с другими противниками, да? То есть я, ну, не стрелял фигней так прям конкретно. Я дрался, убивал других противников. Ну, которые были в других местах. Ну, короче, ну, очень обидно. Больные неадекваты повсюду, к сожалению. Ну, что я хочу, да? 1000 рейтинга. Именно. Ну, деваться некуда, поэтому страдаем. В любом случае, я как бы не особо напрягаюсь по поводу побед. Мне сейчас они не нужны, просто вот... Ради игроков, которые не хотят побеждать, я не собираюсь побеждать тоже. Это как бы мой выбор. Да, когда мне нужно будет рейтинг, я буду побеждать в любом случае. Но когда мне рейтинг не нужен, в случае с касаткой, да, сейчас, на текущий момент, я как бы... Чё? А чё напрягаться? Зачем? Я, в принципе, мог бы в прошлом бою побить, просто мне надо было спасать этого гения на панде. Я бы залутал бы, пошел бы легендарный дроп. Я бы... Ну, короче, я бы затащил. Вот, честно, да? Я бы пошел вниз и затащил бы весь бой. Ну, в общем... Обидно. Обидно, еще кустов рядом не было, были пусты, наверное, смог бы маневры хотя бы сыграть. Вот просто настолько вот это все обидно, когда видишь этих неадекватов. Когда они, короче, не хотят побеждать, делают только минусы для команды. Фух, ладно, не будем это все. Забыли, кстати, забыли. Легко забыть, ага. Такие вот прекрасные бои. Не, ну а что, где, блин, дробовик? Сколько мы уже пробежали вот с музея вниз... Нет, даже с отсюда мы вот так вот, музей вниз... Вот первый дробовик. Первый дробовик нашелся. Только. Ай, да, спустя вечность нашелся первый дробовик. Так, ну там противники. Погнали. Надо сейчас аккуратнее с этим всем делом. Там жираф, он стоит. Блин, за ним будет долго бежать. О, он уже обороняется. Не хочет умирать. Так, ну мы тоже тут уже залетаем. В замесик, чтобы было повеселее. Врубаем нам дополнительный щиточек и понеслась. Блин, это что, пчела? Ой-ой-ой, пчелу не хочу убить. Пчела сильная. Но мы сильнее, кстати. Вот касатка, возможно, пчелу контролит, в плане того, что у нее есть возможность, да? Что это такое? Пчела, что ты делаешь? Это странная пчела. Мой сквад, конечно же, со мной бегать не будет. Зачем? Зачем им драться против трех противников? Они там, это, фигней страдают. Они умеют. Мастера. Ник в зону убежал. Ну, а что им еще делать, да? Он там, правда, кого-то спасает, ладно. Это еще можно спастить. Да, он, видите, кого-то спасал. Легенда дробовик у кенгуру. Опа-на. Стоять, гад, стоять. Он еще, посмотрите, он еще в зоне умер, а? А у нас еще аптечек не было, да? Как же печально. Ладно, неважно. Главное, что аптечки залутали. Там золотой дробовик залутали. Сейчас попробуем добить этих друзей. Я, кстати, мог бы, наверное, остаться. Просто тыкнуть надо было активный навык. И все. Ну ладно, неважно. Там, в принципе, я не хотел рисковать, только легендарный бой был слишком рискованный. Но в любом случае мы затащили. В этот раз команда была адекватная, как бы. Ну и все. И этого хватило для победы. Ну, в принципе, в прошлом бою бы этого хватило для победы, если просто играл бы с командой. Но для тех вот гениев команду победу делать, пусть сами делают, как говорится. Если они такие умные, да? Ну вот, я тоже так считаю. Ладно, ребятки. Вот такая сегодня касаточка Ванда. Немножко с негативом, но... Вы же понимаете, акул, он
не терпит конкуренции, да, когда кушать хочется. В общем, на это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока.